lucky girl, her apple pie. We are the family. Lucky girl, her apple pie. 大英雄超无敌。Легенда о Lucky Pie. Пай, давай пойдем вместе в лабиринт Зодиака. Ладно, ну дай мне еще поспать. В книге написано, что мне сегодня невероятно повезет. Твой братец сегодня способен на все. Да, ну а я не особо интересуюсь знаками Зодиака. Мне так приятно отдыхать в этой коробке. А я съем твою коробку. Ты посмеешь? Эпизод второй. Лабиринт Зодиака. В лабиринте Зодиака есть 12 сундуков с сокровищами. Говорят, их могут найти только те, кто потеряется. Но не значит ли это то, что те, кто нашли сундуки, так никогда и не вышли из лабиринта? Ну, да. Ответим на вопрос правильно, зайдем бесплатно. Ты нас чуть не уронил, не дергайся! Тут жарко, я не виноват в том, что ты ничего не знаешь о знаках Зодиака. Господин Циклоп, задайте уже вопрос. Какой из знаков Зодиака самый питательный? А, самый питательный? Конечно же, это обжора лев. Следующий. Эй, полегче. Простите. Можете проходить. Следующий. Киселинка, подожди меня. Какой из знаков Зодиака не верит в знаки Зодиака? Дева! Проходите. Следующий. Мы пробрались в лабиринт. Похоже, мы заблудились. Как это? Я же кентавр. А стрельцы никогда не теряются. Раз мы заблудились, мы ведь теперь можем найти сундуки, да? Верно, веди нас. Почему ты до сих пор в плаще? Сегодня он принес нам удачу. Он добавляет плюс один к удаче. Давай пойдем вон туда, мистер Удача. Заблудились! Заблудились! Заблудились, заблудились, заблудились! Заблудились. Уже совсем не весело. Хочешь, я поведу? И куда мы пойдем? Извини, извини, я не специально. Желтый бык? Отлично, и правда повезло. Пай, посмотри-ка, что у меня тут. Гигантский кот. Статуя льва. Лев выглядит могучим, но в душе он добряк. Но он явно не трусливый лев из страны Оз. О, это бодрит. Хорошо, что погони нет. Не волнуйся, львы не устраивают неприятностей. Если он и разозлится, то сразу об этом забудет. Блин, хватит уже об этом! Ладно, я попробую открыть сундук. Ой-ой. Сундук может открыть только лев. Ой-ой. Сундук может открыть только лев. Мы с тобой не львы. Пусть кислинка попробует. Эй, Бэк, что стряслось? Бэк, что это ты делаешь? Ничего, просто иду с вами. Кислинка. Ты такая кислая. Спасибо. А ты случаем не дева? Я с девами не дружу. Так что пока, удачного пути. Иди отсюда.
слезы Минотавра. Одна капля позволит увидеть невидимое. Я хочу побыть один. Бык плачет. Чего ты смеешься тут? Может, быки девы любят поплакать? Но его слезы значат, что он сдался. Хочешь попробовать? Нет. Уф, еще одна развилка. Символьный дворецкий. В какой стороне выход? Справа. Дитя мое, я долго тебя ждала. Ну вот, еще одна дева. Столько лет ждала твоего прибытия. Тетенька, вы обознались. О, боги, почему? Вы даже на меня не посмотрели. Почему? Почему? Ведь было нелегко ждать мое дитя. А теперь она даже меня не узнает. Почему? Беззаконный мир свел ее с ума. Что тут произошло? Еще одна зодиакальная статуя? Да-да-да. Эй, я тебе вопрос задал. Да, теперь я понимаю. Я перестану с тобой разговаривать. Да и кому нужна эта статуя? Пай, я разговариваю с призраком. Каким призраком? Где? Ты же отказался от слез Минотавра. Позволь объяснить, что тут произошло. Мои глаза! Эй, вы! Что за дела? Отпустите мое бедро. Понятно, нужно поторопиться и спасти их. Погоди. Помогите! Отпусти нас, ты сволочь! Дышать не могу. Можно мне отдельную клетку? Отпустите, помогите! Умолкните! Помогите мне! Вы в лабиринте, думаете, другие люди вот так вот запросто придут к вам на помощь? Вот и нет, мы совсем не люди. Я кентавр. Отпусти их. И плащ мой отдай. Уже что, нельзя спокойно поесть фруктов? Ты посмеешь съесть меня кислинку? Да ты умрешь от моего вкуса. Я не созрел, так что не ешь меня. Какой же ты злой. Отпусти их и не заставляй нас драться. Что, маленькая лошадка и... задница? Приводи в действие план атаки. Откуда мне его знать? А, ладно, просто соберу свой плащ. Вы в порядке? У дворецкого повреждена поясница. У меня это хроническое, я в порядке. Узел бантик? А его сложно развязать. Видал? Кислинка, этот сундук сможешь открыть только ты. Вдруг там какие-то магические оружия. Ой-ой. Сундук может открыть только лев. Какого черта? Я же лев. Как заводить друзей, будучи девой? Зачем это мне? Почему я открыла сундук девы, но не льва? Быть того не может. Невозможно. Сначала съем кисловую сливу, раз задорю аппетит. Не подходи к нам. Не ешь их. Съешь лучше меня. Я тоже слива. Извини, но я специально... Минотавр! Говорил же, что он не сдался. Так же, как ты, не сдался. Ни в коем случае. Стрельцы поражают, они признают поражение. Сливовый дворецкий, попробуй-ка открыть сундук девы. Только девы могут открыть этот сундук. Неужели я родилась не 8 августа? Кислинка, ты родилась 8 по лунному календарю. Но в удостоверении написано, что 8 августа. В то время, чтобы избежать проклятия могущественного волшебника, в свидетельство о рождении внесли дату по лунному календарю. Так значит, 8 августа по лунному календарю соответствует деве. И я дева?
Ядовитый укус! Получается, что я дева? Хочу домой. Кислинка, подождите меня. Твой плащ явно не принес ему удачу. Это наверняка потому, что он не стрелец. Сегодня плащ помогал только стрельцам. Ура, я выжил. Свобода. Эй, да хватит уже. Хоть мы и выпускаем эпизоды редко, мы надеемся, что вы останетесь с нами и увидите, как мы растем. Судьбу творите вы, а не далекие звезды. Переведено и озвучено сообществом ВКонтакте ТО Друзей.